На Петропавловск-Камчатске продолжает оказывать влияние Хатаморский циклон. Непогода напоминает о себе в основном порывистым ветром. Что касается осадков, которые еще во вторник затопили несколько районов краевой столицы, они практически сошли на нет. Напоминают о буйстве стихии только огромные лужи, которые иногда даже невозможно обойти. И пока в мэрии рапортуют о том, что ливневая канализация оказалась забита шугой, жители, например, Тушканова 8, не могут зайти домой или выйти из подъезда, не замочив ноги. Воды нормально, но на лодке можно заплывать. Устроить соревнования на байдарках предложили и комментаторы в соцсетях. Вода уже затекает в подъезды, на коммунальщиков, которые бы откачивали воду или чистили ливневки, на горизонте не видно. Под публикацией с бассейном на Тушканова 8 люди стали писать и другие адреса, где картина не лучше. И всех мучает только один вопрос – сколько времени после прохождения циклона необходимо, чтобы коммунальные службы наконец-то начали приводить в порядок придомовые территории. Некоторые даже предлагают сделать ставки – кто же раньше осушит дворы – весенние. Солнце или коммунальщики.